Всем привет! Сегодня делаем анбоксинг коляски Чика Урбан. Колеса, судя по всему, ставятся просто так, защелкиваются. Оп. Бэйн. Основа готова. Все очень просто, никаких шестигранников, ничего. Очень простая коляска. Мы ее выбрали еще за то, что она самая легкая. Вставки для козырька находятся немножко выше. Вуаля. Это сиденье. А это на люльку сверху. Первые полгода коляска будет использоваться в режиме люльки. Эта штука пригодится как в режиме люльки, так и при прогулке. Тут я нащупал кнопочки. Это опускается. Это поворачивается. Люльку переворачиваете, и ребенок смотрит на вас. Это пока не надо в режиме люльки. Ну, это все на сегодня. Это была коляска Чика Урбан 2014 года.